сейчас пик, и все спешат домой. Вы видите, что люди могут ехать и на велосипедах, на трамваях, на машинах, на поездах. Со всех сторон люди стягиваются к станции Flinders Station. Это знаменитая станция, которая была построена в Мельбурне. И у всех, скорее всего, Мельбурн ассоциируется именно с этой станцией. И вообще, это очень знаменитое место в Мельбурне. Сейчас пойдем на станцию и посмотрим, куда идут поезда, чего там интересного, и прогуляемся вокруг. Надеюсь, вам понравится. Как в Сиднее есть Opera House, так в Нью-Йорке есть знаменитый Times Square. В Мельбурне это Flinders. Ну, имеем то, что имеем. Смотрите, сколько людей спешит домой. Знаете ли вы еще или не знаете, это бесплатный трамвай. То есть, если будете в Мельбурне, на старых трамваях можно ездить абсолютно бесплатно. Люди спешат домой, а мы никуда не спешим. Мы гуляем по Мельбурну. Знаменитая станция. И есть такое выражение в Мельбурне – встретиться по часами. То есть встретиться около Flinders Station. Потому что здесь можно увидеть время и платформы для поездов, которые отправляются со станции. Ну, давайте пойдем посмотрим внутрь, что там внутри. У меня есть карточка, которая имеет безлимитный проезд. Я, конечно, никуда не поеду, но внутрь мы зайдем и посмотрим на этот знаменитый вокзал. Вот знаменитая карточка. Мы прикладываем ее и проходим. Все куда-то спешат, настоящий час пик. Ну давайте посмотрим, куда можно уехать. Это все различные мельбурнские сабербы и пригороды. Конечно, линия развита не так, как в Сиднее, но тоже является довольно-таки известной. Если вы идете с работы или на работу, здесь вы можете купить и суши, и кофе, и различные бутерброды. В общем, голодными вы точно не останетесь. Сейчас мы подойдем и посмотрим, как выглядят перроны станции. Thank you. Реклама Uber Eats. Кстати, у нас в Австралии сейчас реклама Uber Eats просто везде. Просто везде. Сейчас пойдем посмотрим поезда. Виктория, они отличаются от поездов в Сиднее. Пройдемся по перрону. Как хорошо, когда никуда не нужно спешить. Люди спешат домой, а нам спешить некуда. Вот такие поезда. Люди спешат домой. Этот поезд отправляется на соответствующую станцию. Даже мониторы и табло отличаются от того, что есть в Сиднее. Вот такие здесь есть поезда. Вот это линии, которые идут вокруг города. Сейчас мы пойдем в подземный переход. Попробуем выйти с другой стороны. Люди спешат домой. Если вы посмотрите на них, вы поймете, что Мельбурн является, конечно, мультикультурным и мультинациональным городом, где люди мирно уживаются друг с другом. Конечно, всякое случается, но если сравнивать Мельбурн с другими городами, Мельбурн, конечно же, впереди. Имеется в виду другими городами мира. Здесь все относительно спокойно. Напряжение возрастает. Все люди идут домой, спешат. Вот здесь, если у вас будут какие-то вопросы, можно всегда прийти, задать эти вопросы, спросить, как работают поезда. Давайте пойдем посмотрим, сколько чего стоит в буфетах. Вот, смотрите. Йогурты 3,90, мюсли 5,50, бутерброды 8,90,
8,90. То есть кофе примерно у вас получится около 12-13 долларов австралийских. Так, сейчас посмотрим, сколько стоит суши. Вот такая коробка стоит 6,90, 8,90, 11,50. Вот такие цены в Мельбурне. Каждый ролл стоит 2,80, 2,90. Возможно, у них еще есть happy hour, но это еще неизвестно. Вот так вот, друзья, выглядит жизнь с работы. Наверное, она выглядит везде одинаково. Как в Новосибирске я помню себя, возвращавшегося с работы, с учебы, так и в Мельбурне. Все куда-то спешат, все куда-то торопятся. Наверное, это людей и объединяет. Если вам понравилась самая главная достопримечательность Мельбурна, поставьте классы, лайки, а также подпишитесь на этот канал. Здесь будет очень много интересного из Австралии, об Австралии, об эмиграции в Австралию, о получении образования в Австралии. Мы также помогаем с изучением английского языка по всему миру. Добавляйтесь в друзья в Фейсбуке и ВКонтакте. Заходите на наш сайт www.vmgosh.com. А я вижу вас в следующих видео. Пока!